подвели итог конкурса, который был организован и проведен библиотекой иностранных. Уважаемых участников, участниц нашего конкурса и зрителей. Выступление и прочтение, новое прочтение этих произведений на иностранных языках. Высказаны этими великолепными писательницами Серебряного века по теме войны. И успехов всем молодым переводчикам в этом трудном, но очень достойном и важном поприще. Спасибо. Писательницы Серебряного века о Великой Отечественной войне. Таеву, Зинаиду Гиппиус, Анну Ахматову. В том числе из регионов Российской Федерации. Оценивал переводы наших поэтов на итальянский язык. Александр. Огромное спасибо тем профессиональным переводчикам, которые не посчитали зазорным оценить.
которую вы возглавляете как исполнительный директор, а именно оно. Касается наших молодых переводчиков и форум очень хорошо. Новых, молодых, талантливых коллег мы просто в мир. Наш проект поддержали ребята из России. Действительно, мы не ожидали такой широкой поддержки. Славянские страны до самых дальних отдаленных уголков России. Вы поучаствовали и поддержали этот замечательный проект, который по-настоящему стал жюри, своим замечательным молодым коллегам, Антонине Хозяиновой. Самих победителей, тех, кто занял первые места в нашем. Thank you.
Настолько переполнены эмоциями, они настолько такие... выбрать ту, которая больше всего мне нравится, это сложно, но конкурс. Может, не полностью открывает дверь, а просто делает такую небольшую щель, сквозь которую можно заглянуть в. И, надеюсь, не последний раз с вами встречаемся. Спасибо. Верны мои проклятия, я не прощу, я не сорвусь в железо. Кровавая дорога, мой дух пойдет и с ним на брань, восстанет. Oportuna. El corazón recordará, en llamas, en tinieblas, moribundo.
Свое первое стихотворение я перевел, когда мне было 16. Это был один из сонетов Лопе де Вега. Анна Александровна Багдасарова, которая хорошо знает о моем увлечении. Языком. Некоторое время назад моя подруга, радиоведущая и переводчица Элла Вис... лирической героини перед лицом безысходности и обреченности, его магнетические I will never slide into the iron clutches. I'll kill like is governing this slaughter, I'll still defy it to the end, not anymore. Ça ne m'essuyait, je vais me sacrifier. L'excuse du meurtre, il n'y a rien de pire. Санкт-Петербург, апрель 1916. Здравствуйте. Дни поразительно актуальны, сегодня, пожалуй, особенно. Голос поэта звучит живо и даже пророчно. Ведь не случайно наша классика уже проложила мосты к сердцам иноязычного читателя.
войне остановила любые мысли о ней в головах тех, кто тешит себя надеждой. Или в саду вырыты, не горят огни. Пить. Я тебя открывала всегда. Я теперь за высокой горою. Принеси же мне горсточку чистой нашей нефти. Через академическую навозную рассылку «Селянгс». На конкурс я въявила стихотворение. В самой поэтической форме и без лишних слов. Кроме того, в этом тяжело из-за пандемии, и я решила погрузиться в красоту поэзии Ахматовой. Le bombe si sente una vocina di bimbo. Bussa col pugnetto, ti aprirò. Acqua della nostra Neva, e dalla tua tessolina d'oro cancellerò le tracce di sangue. Идти меж домами веселыми наш гордый наш мартовский маг. Еще не изжито прок...
образованной столице белорусского Полесья. По профессии я журналист. В 2015 году я окончила институт. Победу встретил в Берлине. Был награжден орденом Отечественной войны, медалями за победу над Германией. Оно вдохновило меня своей воинственностью и в то же время легкостью, борьбой за справедливость, чувством. Ковицкий маяк. Покуль небо стогне проклёнами, ганьба небывалой войны на пе. Обратила внимание на иностранную литературу белорусскую. Задачей. Близость языков добавляет трудности при не очень характерно для Анны Ахматовой, для ее поэзии. Переводчик выбрал сложное для перевода стихотворение. Там есть образы. Хмель. Это сложно, но тем не менее переводчик. Огонь, маяк жизни. Это стихотворение я бы
И вот одна осталась я. И вот одна осталась. Меня целуя стал. Ну, так бывает. Раз в году. Ахматовой, и вот одна осталась я. А вин застала медна. Bywa w roku raz, gdy już stopnieje lód, w Jekateryńskim parku znów u czystych stoję wód. Его веру в человека и в литературу Маяковского, за его поэтическую силу и такую же. За то, что они посоветовали мне принять участие в конкурсе. Передаю привет из Польши. Красных ожиданий, недостигнутых побед, но и сбывшихся мечтаний. Семенская. Я живу в городе Харькове. Я переводила для конкурса писательницы Серебряного века. В чомусь переміг, та блакитних тих бажань досягти ніхто не зміг. Всі єдині. И развитие культурного пространства. Разные эпохи, возможно, разные идеологии, но всех нас объединяют.
умы смущают заветные, ваш неуслышанный стон. Сколько-то душу зажженный вопрос, подвигов жаждаль не видит. Знают грядущие, нам это знать не дано. Imena. Usne su sada utrnule, tiho su šaptale. Nije. Jesu li oni u pravu, gledajući smrti u lice? Hoće li zauvijek biti mraka? Saznaće ne. А после она выплывает, как труп на весенней реке, но матери сын. Мой родной город Воронеж. Именно в нем я в течение... чувство любви и признательности к творчеству великой русской поэтессы. И тот посыл, в который вкладывала поэтесса в свое творение.
покидает. А теперь мы переходим к самой приятной части нашей программы – это призам. Победители. В книге. И, наконец, победители, занявшие thank you.